Как говорит Бельетин, что ты ее там? Идет! Я слышал, как Ильна звонил жене перед тем, как пойти сюда, говорит: «Болей, переживай за меня». Видимо, жена очень переживала и желала вам, чтобы вы стали миллионером. Еще раз аплодисменты! Илья сегодня стал миллионером вместе с Акбарсаном! Ура! Клюшку в подарок, наверное, возможно, я думаю, но чуть-чуть позже. А сейчас нам нужны еще более громкие.